Приветствую вас, мои дорогие зрители! Сегодня хочу предложить вам приготовить печенье с кокосом. Всего из трех ингредиентов нам понадобится 3 яйца, 150 грамм сахарной пудры. Можно сахара, но дело все в том, что я всегда в кулинарии лучше использую сахарную пудру, тогда тесто более нежнее. Не надо ждать, пока крупинки там растворятся. Вот, поэтому я взяла сахарную пудру 150 грамм и 250 грамм кокосовой стружки. Ванильный сахар по желанию, как захотите. И сейчас буду показывать, как мы его делаем. Взбиваем сейчас яйца, добавила ванильный сахар. И сейчас по чуть-чуть будем всыпать сахарную пудру. Сахарную пудру высыпаю остальную и заканчиваю сейчас взбивать. У нас должна получиться белая, пышная масса такая, пузырчатая. Вот получилась такая масса воздушная, пышная, хорошая. И сюда, в эту массу, мы высыпаем кокосовую стружку. И хорошо теперь замешиваем, замешиваем, замешиваем. Когда замешаем эту кокосовую стружку, дадим тесту постоять минут 5. Обратите внимание, тесто стоит, и смотрите, оно делается густое. Видите? Потому что кокосовая стружка, она впитывает влагу. И тесто, смотрите, какое делается. Густющее. Поэтому пусть еще минут 5 постоит. Вот. И тогда можно уже будет лепить печенье. Смотрите, я слепила такое печенье в виде труфелей. Я его сделала, сейчас ставлю в духовку. Хочу заметить, что если когда будете уже смотреть тесто, если у кого-то не хватит кокосовой стружки, что-то там, можете добавить 1-2 столовые ложки муки, не переживайте. А тесто от этого хуже не станет. Но если хватает кокосовой стружки, тогда муку добавлять не нужно. Так, ставим в духовку выпекать. Печенье увеличилось в объеме. Труфеля стали более большего размера. И оно выпекается. Будем смотреть сейчас, каким оно будет. Такое красивое печенье получилось. А запах на всю кухню. Это, вы знаете, просто шедевр. Это настолько просто будет вкусно. Вам понравится. И думаю, что это будет даже украшением праздничного стола. Это понравится вашей семье и детям. Попробуйте. Приятного аппетита, мои дорогие!